Добрый вечер всем. Я очень сильно извиняюсь. Это была моя первая попытка сделать прямой эфир через компьютер, через камеру, не на телефоне. Но, к сожалению, какая-то жуткая проблема с интернетом. То есть, получается, работает либо телефон, либо компьютер. Это именно если работать с Фейсбуком. С Ютубом та же проблема получается. Здесь интернет не тянет достаточно, чтобы нормально передавать потоковое видео, поэтому все жутко тормозило и зависало. Я делаю это в виде просто записи, я ее загружу. Вкратце хотел сказать о том, что сегодня было. Сегодня была у нас суббота, сегодня была окончательная разбивка секторов, сегодня была жеребьевка, ну и разъезд команд по секторам. Как всегда, день прошел очень напряженно, потому что еще вчера, когда разбивали сектора, уже было понятно, что нет физической возможности разместить все команды на одном берегу. Ну, как бы без очень сильной потери в качестве соревнований. Поэтому было много разных вариантов. И Западный берег, и Хукок, и так называемый ресторан, и пляж Амнун. И наши ребята, кто разбивал сектора, реально сделали несколько кругов вчера. И сегодня продолжали тоже делать круги, размечать сектора. То есть вчера их просто наметили лентами, все возможные. А сегодня уже ехали с табличками. Причем было несколько секторов, которые выставляли на брифинг капитанов, как сектора под вопросом. И уже на брифинге решалось, будут эти сектора участвовать в жеребьевке или нет. Но, как всегда, в конце концов, все заканчивается. И закончилось и это. В общем-то, из-за того, что я опять же пытался возиться с трансляцией на YouTube, я фактически выпал вообще из процедуры открытия соревнований. И всем занималась Майя, за что ей огромное спасибо. Ну, плюс ребята, Коля помогал, Костик помогал. Я мучился там, пытаясь все это настроить, в итоге ничего не получилось. Я сейчас вам покажу таблицы, покажу разбивку секторов. Сможете остановить видео и посмотреть. Значит, таблица. Сейчас, одну секунду. Вот таблица. Это таблица жеребьевки команд по секторам и по зонам. Решили сделать три зоны, хотя это не совсем правильно, но так как есть отдельный пляж Халуким Лавнун Курси и отдельный пляж как бы Цейлон Гулан Дугит Дуга, но Дугу мы не брали, то по-любому уже получалось две зоны. А три сектора на пляже Амнун, в общем-то, как бы они вообще были отдельно. Делать зоны на три сектора было глупо, поэтому их как бы присоединили виртуально к части северной зоны, зоны отдельной зоны С. В итоге разбили этот пляж на две подзоны. Теперь смотрим разбивку по пляжам. Это пляжи Халуким Лавнун Курси. Можете посмотреть, как это выглядит. В принципе, четвертый сектор находится не совсем там, где он на карте. Он сдвинут на 20 метров правее. Дальше. Пляж Цейлон Гулан Дугит. Так, он тут у меня какой-то очень большой получился. Сейчас мы его вместим сюда. Это он. Как бы лагерь судейский находится плюс-минус в районе 16-18 секторов напротив. И последний пляж. Это пляж Амнун. Вот он. Там три сектора стоит. Ну, в общем-то, как-то так.
Завтра в 6 утра мы начинаем турнир. Первое взвешивание будет на районе 4-5 часов вечера. И я буду стараться давать вам какую-то информацию через прямые эфиры. Возможно, не через компьютер, а как по старинке через телефон. Ну, попытаемся. Всем большое спасибо и до свидания.